Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 14 мая 2019 года, вечер. Я занимаюсь посадкой помидор. По этой вот стороночке я буду сажать томатики, сибирский малахит и красная шапочка. Посев томатов был 23-го, сажала красный малахит. По этой вот стороночке я буду сажать суперклуша. Это мой самый любимый сорт. Сейчас покажу суперклуша. Они растут такими вот толстенькими, вкусными, сладкими томатиками. Буду сажать по одному. Здесь у меня сколько суперклуши? 5. И там должно 5. Заворачивать, конечно, я буду туалетную бумагу. И укрывать вот всякий хлам. Вот собрала. Здесь и ведерко из 5-литровых бутылочек. Пришел мой помпушечка звать меня домой, чтобы я запустила его в сарай. Это второй хвостик, который за мной ходит. Жучок сейчас накричала на жучка, в доме сидит. И помпушечка мой, сейчас его посажу томатики и посажу тебя спать в сарай. Завершилась моя посадка. Так, вот это твой ряд с левой стороны. 3 кустика идет у меня сибирский малахит, 2 кустика в конце идет красная шапочка. По-видимому, мелкая. Перепутала, не знаю. А вот полностью ряд у меня здесь идет суперклуша. Не клуша, а суперклуша. Для себя. Я это больше рассказываю для себя. Чтобы я знала, где какие сорта у меня. Может, придется взять семена. Ну вот, накрою этим хламом, посмотрим, что получится дальше. Ну вот и все. Справилась я с посадкой. Хотела дуги поставить, но передумала. С ними столько возни. Не знаю, такая прохладная какой-то май. То жара, то холод, то жара, то холод. Ну вот и все. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания.